Стой прямо и не переключайся, сейчас ты забудешь свой возраст. Прямо сейчас перед тобой появилась иллюзия, и твоя задача смотреть только в центр. Смотри в центр, а именно на глаз. Чтобы иллюзия точно сработала, подпишись и поставь лайк. Я серьезно, поставь лайк и подпишись. Если ты будешь делать все по правилам, то реально все получится. Итак, на счет три отведи свой взгляд и быстро моргай. Давай, раз, два, три. Ну а теперь напиши в комментариях, сколько тебе лет. Что будет, если океаны станут прозрачными? А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Каждый год в океаны сбрасываются тонны мусора, так что перед вами будет целая свалка мусора. Будет найдено более 10 тысяч затонувших кораблей. Человечество сможет найти более 100 тонн золота пиратов. Ученые найдут более 150 разновидностей новых рыб. Эти слова не стоит гуглить. Три безобидных запроса, которые точно испортят тебе настроение. Перламутровые. Это не только цвет и окрас, но и кое-что другое. Лоскут. Если вы, произнося это слово, представляете лоскутное одеяло или что-то другое, то у Гугла на этот счет свои мнения. Остроконечные. При виде этого слова мы представляем карандаши или что-то в этом виде, но у Гугла на этот счет свое мнение. Вот что на самом деле происходит, когда ты хрустишь своими костяшками. Думаю, многим из вас говорили родители, что если хрустеть костяшками, потом будут кривые суставы. Но теперь ты можешь сказать родителям, что это неправда, и они тебя просто вводили в заблуждение. Один ученый доказал, что такой хруст никак не вредит вашим суставам. Он хрустел пальцами одной руки 10 лет, а другую руку вообще не трогал. После этого он не заметил никаких изменений или боли. На самом деле хруст костяшек – это просто лопающие пузырики в ваших суставах.